Кіраўніцтва і гульцы хакейнага клуба «Гомель» сустрэліся з балельшчыкамі, абмяркоўвалі састаў каманды, цэны на білеты і мэты на наступны сезон. Наш корреспондент Вероника Гамзюкова отримала отказы на свои пытания. Встреча с болельщиками распочалась с обвещением этого клуба на наступный сезон и формирование команды. Перед главным тренером и командой сёлета стоит задача подняться выше 5-го места в чемпионате Беларуси. В позаминулом сезоне команда выиграла Кубок Салея. В минулым перешла по размежу полуфинального континентального кубка. Закранули на пресс-конференции и острые пытания по выплатах заработков гульцам, которые покинули клуб. Есть определенные претензии со стороны игроков, которые ни в коем случае не были проговорены во время подписания контракта. Вот, это какие-то дополнительные претензии. Поэтому все, что игрокам было обещано, вот, все контрактные суммы на сегодняшний день и контрактные обязательства перед игроками, они исполнены клубом в полном объеме. И на сегодняшний день есть определенные нюансы по выплате стимулирующих выплат, скажем так, но этот вопрос будет закрыт до окончания этого календарного года. Другий пункт на парадку дня – представление новых гульцов. Формированием команды занимался особисто головный тренер Сергей Стась. Болельщиков познакомили с 29 гульцами, заявленными на Кубок Салея. Сирот их – опытные легионеры Юрий Кокшаров и Илья Сярогин. Яны подписали годовые контракты. Вернулся в Гомель нападающий Сергей Тополь. Керавництво Рысев отзначает, в новом сезоне будут срабить ставку на своих выхованцев. С 29 гульцов 22 выросли у структуры клуба. Хотим видеть полные трибуны на наших домашних играх. Мы создаем новую команду, вы хотите видеть новые лица, вы хотите новый стиль. Я тоже этого хочу, я хочу видеть людей на трибуне. Поэтому мы собрали группу ребят, которые хотят зарабатывать, а не получать. Подчас встречи представили новую билетную программу. Кожду будет варьироваться от 1-2 до 5 рублей. Самые дорогие на 4 и 5 секторы. Колеры формы застались ранейшими – черно-червоно-белый. А вот сама форма и логотип клуба будут новыми. Их представят на финале Кубка Салея у Орши. Вероника Гамзюкова, Василий Сипцов, телерадиокомпания «Гомель».